Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдминато Спейс. Сегодня я бы хотел рассказать вам про мою самодельную мини-фигурку из игры Dishonored. Что ж, давайте начнем. Данная фигурка была сделана по очень популярной игре 2012 года и признанной даже самой лучшей игрой того года Dishonored. Отныне она является моей самой любимой видеоигрой за все времена создания видеоигр. Ну и поэтому я решил создать мини-фигурку главного героя данной игры, высокополномоченного телохранителя тела самой императрицы в столице империи Даноу, Корво Атано. В моей мини-фигурке Корво имеется два аксессуара. Это его клинок, а также его пистолет. Клинок был сделан достаточно легко и без всяческих усилий. Это просто немножечко обрезанная катана. А пистолет вы можете найти во многих сериях Лего Пирата. Давайте уже посмотрим на саму мини-фигурку и из чего она состоит. Многие поклонники Marvel могли уже догадаться, откуда я взял лицо для моего Корво Атано. Оно из Otto Taskmaster из Lego Marvel Super Heroes. Правда, оно сделано в Китае, и на мини-фигурку от компании LLE я уже делал. Ноги и сам костюм взяты из Лего Пиратов Карибского моря. Они были у черной бороды. Также я немного подкоптил и обрезал обычный леговский плащ, дабы сделать ему такой небольшой, как килт, если можно так выразиться. Также я попытался максимально нарисовать ему татуировку, знак чужого на руке. Ну и вышло оно как-то так. Сам герой Корво является очень интересным и каноничным персонажем с персонажем игры Dishonored. Ну а по обзору это в принципе все. Если хотите увидеть полную биографию данного персонажа, пишите мне в комментариях. Ну а с вами был я, Эдминато Спейс. Всем удачи и всем пока.